Друзья, всем доброго времени суток. Канал поискового отряда «Бастион». Вот. Стоим на вахте памяти 2021. Всем доброе утро и новый день. Мой первый день на вахте. Так что не переключайтесь. Ну, с клеймом, без клейма. У меня есть перчатки. Это, по-моему, от пляски еще одна. Ну, блин, костей нет. Ты видел, что хотел бы пока нет. Что? Большой заберу. Палыч, у тебя маленькие половины пакеты. Да, они там лежат. О, вот оно идет вот еще оттуда. Нет, сними вот это, вот еще ребро, вот где ботинок, справа от себя, сними вот это ребро, чтобы оно ровное было, и вы могли коленки туда ставить у него, да. Вот сюда вот? Сделай ровным, да, его ровным, и вы коленки туда сможете ложить, ставить. Сейчас, подожди, я посмотрю, что это такое, как оно лежит. Да, Мишка, кисточку дать? Подожди еще пока. Он может туда, в углу, да, туда. Смотри, кверху, да, получается. Надо было, наверное, вот. Все-таки есть там, да? Поленочка. Ну, здесь полевочка под ним все-таки. Ну, судя по ботинкам, это, ну, вроде наш ботинок. Да, наши, наши. Наши. Чувак. Тут надо бы найти хоть что-нибудь, хоть одного бы привязать. Что это? Глазница. Мы какие раз это 10 и ходим вот по деревне. Да, это под ремнем. У нас маленький, каждый день один и тот же. В одинаковый. Перебираем здесь. Это кости вынимают. И потом это сменит. Не сбрасывай, у нас теперь на перебор есть. Кружечка. Что, нашли, интересно? Сумка? Планшетка, да. Командирно. И кружка. Вот она, бадок. Она, вот она сама. Кружка огонь, да. Ребят, вот здесь вот гляньте. Я потом оставлю. Сейчас еще почищу. Кости сохран вообще никакой. Вообще они просто поразваливаются. А у нас один собрался полностью. Нет, да где так, у нас тело не достает, у нас рука не лишняя. Рука у нас тело не достает. Здесь получается лишняя рука. То есть эти есть, как они называют? Может, все-таки их туда ставят? Один пойдет, да? Юра! Это почему я здесь копаю, еще до сих пор тут подсумок лежит? Этот, ребята, это... А на чем он крепился? С обратной стороны? Есть эти? Есть, он боковой. Там их два, по-моему, лежит. Ну, слишком, нет, слишком много этих отсеков. Сейчас, снимут. Эти подсумок. Все нет. Пустые, да? Все пустые. А ты же скрываешь. И вон еще два подсумка. Еще два. Хорница. Хорница? Да, вот она. Смотрите, это все подсумки. Да. Ну, кому-то выдохнул. Я говорю, Плюшкин, блин. Леша, на-ка. У тебя там есть тонкий инструмент, вскрывай. Может быть, там что-то есть внутри. А хлорница-то ему зачем? Как зачем? А там иногда иголки хранили. Для такой же цели, для чего и напильник. Да. И, кстати, ее можно посмотреть. Кассет футляра. Там бумажка может быть. Что-то пошло. Да, ремень. Опа, этот ремешок. От, смотри, какой маленький. Это или компас, или часики. Да. Блин, ну тут все хлам. У него фамилия Негрицук будет, нет? Тоже хабарный. Да. Бойцов это? Риценко.
Да нет, откапывали. Видишь, маленький ремешочек. Это вот тоже все. Ребят, кто там на отвале? Не, если что-то и было, Палыч, то хлам к этому, ремешку. Потому что здесь вот одни эти. Много косяков, но там ничего нет. А что ж это? Наверное, все-таки это печечка такая, спиртовка. Если что-то и было. А ты ведь говори не так. Что там такое? Пуговица? Да, от белья. Наша, да? С отверстиями? С отверстиями? Да, да. Сколько? 4 отверстия там? Да. Есть? Нет, это не бельевая. Не бельевая? Две дырки? Две дырки, да. Это форменная. Кружки комплект. Посмотри, там пакетик с сахаром должен быть. Ну, чай же был в кружке. Чай в кружке был. Так, это налет. Правый, это нам нужно. Да, это коричневый. А ствол, наверное, дернули все-таки. Ты знаешь, вот что-то идет с ржавчиной. Вот деревяшка ниже идет и ржавчина какая-то. Вот она получит. Как раз осколок попал. Рука. Жень, ау. Пуговицы в труху, ни хрена ничего. Чего? Пуговицы, говорит, в труху. Это шинельный пиво. Не, Палыч, что там сказал Жень. В ложку осколок попал. А, нифига себе. Миш, ничего, разбито, да? Разбито? Ну, почти насквозь пробило. Ложку. Ложку насквозь, да? Сколько? Палыч, дай пускай он в этом в воде промоет. Сейчас, подожди. Грязи. Вот он вот так лежал туда. Вот туда. Да, ну, приклад, это деревяшка. А пол то дальше. Вот. Если да? Будет пол, то он будет дальше. Опа! Солдат, хабрщик. Опа. Это немецкая фигня. Сейчас, подожди, Палыч. Опа. Ух ты. Что это? Или компас? Компас. Или часы? Компас. Может, какой это не компас? Может, это утеплен? Это зеркальце. 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 Но сохран зеркальца хороший. Вот тут бумажка прилипла. Но и все равно мы ее не вытянем. А подожди, а что тут? Сейчас я скажу. Это немецкая. Нет? Это немецкий кошелек. Слышь, вот это. Там что-то еще лежит тяжелое внутри. Кошелек, кошелек. Блин. А может просто проскинуть? Бритва там, по-моему, лежит. Бритва? Вот она вот так вот идет. А, да. Вот она. Вот доставай. Вот мне она рассыпется сейчас. Ну а что, ты так не... На зеркальце. Вот протри зеркальце, только не поцарапай. Ножиком еще. Сейчас, я... Палыч, это боец хабрщик. Хабрщик? Да. Так как он у Отто фон Шмидта... Там не написано. Да. Отжал бритвенный набор с зеркальцем. Молодцы! Вот тут вот лежит бритва. Фирмы Золинген. Прямо в бойцов. Однозначно. Инструкция по использованию. Извиняюсь. Я... Но на иностранном языке. Ах ты, ёшкин. Покажи, покажи. Это вот это. Женя, снял? Дай это снять крупным планом. Слушай, это примерно как сапату нашел. Да. Приблизь вот это вот крупным планом. Ты хочешь сказать немец? Нет, это пока. Немецкий. Не кошелек, это этот, бритвенный набор. А, бритвенный набор. Там бритва внутри. Палыч? А зеркальце, да. Ты не вылезешь, да? Нет. Для экспертизы. Ну, я принесу. Вова, сходи, ребята, ну, скажи, пусть давайте, везде, что швите. Кости 100%. Ну, таки все тогда расширяйте. Эрзац. Это как она? О, опасная бритва там. Да, вот она. Ну, еще как бы, дальше он сломается вместе с этой шляпой.
Ну да. Народный комиссариат МП, завод что-то красный, да. Красный Октябрь. Красный пути. Выборжа. Это ручка, да. Сама была из цинка. Цинковая ручка сгнила. Что там написано? Завод. Держи аккуратно. Где Женька с своей камерой? Я здесь. Ты куда уже? Вот, ты видишь? Держи. Туда, да, на куда складывайте. И на вот эту ручку туда. Только аккуратно. На. Во, этот. Миша. К личным вещам. Вот туда, к личным вещам. Вот сюда. Где? А там штемпели тоже стоят, да? Леха. А, орлики. Что это? Золотая? Давай, золотая. Знаете, у кого есть удостоверение? Давай, посмотрим. Где камера? Зума хватит, интересно? Штамп написано. Штамп? Да. Да наш, оно же понятно. А ты трофей, трофей. Все свое ношу с собой. ОС и штамп. Хорошо, Грика. Женька, у тебя, смотри, нулевой уже, да? Нулевой цикл пошел. Да, а, Павлович, дай мне коробочку с лезвиями. Сейчас. Меня вот это вот смущает, это, походу, есть тонкая кусочек ребра. Что там, кружка еще одна? О! А клеймо сзади такое же? Нету клейма вообще. Это только что я достал. Я понял. Мешок хлеба, две штуки. Постол, да? Или патроны? А тут там гнезд помолоток. Есть, есть. Поднимайте, боец! Если он с этой стороны лежит, да? В эту сторону больше берите, чтобы стол у нас на той стороне, чтобы вокруг не обкапывать, с одной стороны, чтобы делать это. Вот он, смотри, Паш, сюда. Если по... Да, вот он! Вот так вот, скорее всего. Он уже второй раз поворачивает. Вот там повернул раз. Так он и должен поворачивать. Вот здесь непонятно, здесь кусок. Ну, похоже, что она идет. Вот, вот так, смотри. Понятно, вот это будет край. Вот ну, стол сделал. Отсюда, да, отсюда забирайте. Сейчас вот сделаем это, стол. Вот это вот выбирайте, чтобы дойти, когда дойдем до бойца, что здесь выкопать больше, сможешь? Чтобы постамент такой был. Понял? Чтобы вас не... Вот, смотри, я не Саша, что я делаю. Это Чирик. Ключица справа, слева. И он как бы... И смотри, если будете бить, я сейчас пойду бить. Скорее всего, вот она копает вот под эту березу. За этой березой я еще только штуканул. Ну попробовал, хоть вроде прошибало. Но надо вот этого смотреть. Сохран вроде хороший. Кружка лежала. Наша. Вот тут я видел. И лопатка. Все. Все. Больше. Давайте. Сдал. Давайте обрезаем. Сдал. Пост принял. Не знаю, попробуйте. Обрезаем слева. Обрезаем справа. Давай пошире сделаем. Я и хотел срезать стенки. Твои. Понял, череп. Видим, конечно. Конечно, череп обкапывали. Наверное, надо еще на полметра расширить. Не, в стороны не надо, а вперед надо. Сюда? Я бы даже смотрел, вот где мешанина, вот правильно туда, к березе. Папарацци. Да, вон, смотри. Да, пацаны, вы можете попасть в историю. Да, и... давай. Давай, влипни в историю. Слушай, а он со станиной будет или нет? Нет, нет, без станины. Он без щитка, это только тело пулемета. Так что, тогда копаем шире, наверное, да? Может, вот так еще, да, брать, нет? Да я сейчас вот так. Срезайте, срезайте сверху над ним. Подумайте.
Над ним срезайте. Откуда ботинок? Отсюда? Вопрос, а где же станина тогда? Она может быть вон там. Почему? Потому что пулемет, видишь, свален сюда, она может где-то там. Его можно щитком может там. Щиток. Щитка нет. Ну иногда можно здесь подкормить. Опа. Саня. Лёх. Я. Пошел. Давай, забирайте. Лодку забирайте. Примите. А можно принять? Спасибо. Давай сюда. Тише, давай. Где ты реку смотри? А с той стороны вообще переверни. Переверни, глянь, давай. Володь, что давай, Мишка? А где мы счастливый щуп? Так, а куда подавать? Где кость? Кто понимает? Ага, вот, давайте. Вот она, вторая коленка, прямо, прямо под этой. Вот она. Сложил две ноги, получается. А, нет, это подушку. А можно щуп? Мы вчера пришли, уже прикручены полоски. Вместе с ботинки покатали. Щупик можно? У меня там это. Да. Это какая? Это твой, да? Левый. А тут без разницы. Станина похожа. Да, да, тут тут просто на мешок складывай. Здесь это не стол. Это мой. Это левая. Закрывал лицо, да? А? Закрывал лицо? Ну, получается, получается, да, и челюсть нижняя открыта. Туда можно что-то засунуть. Индивидуальный пакет, а внутри что-то. Что-то завернуто. Что-то завернуто. Жетон. Может быть, смертный счет. Ну. Может, потому что лежало в нагрудном кармане. И ПП сверху. Патрон. А может, где-то что-то положить? Патрон вроде лежит. Нашел, что он его заворачивал? Покажи, пожалуйста. Замотано было в бинт и лежало в УПП. Большой кусок когда. На грудном кармане. Не-не, подожди, это челюсть. Челюсть пока копчик. Мы сейчас все проговорим, я думаю, мы все сделаем, без выкрутки. Палыч, а тебе сильный этот самок дорог? Женя, сказать, если ты его здесь оставишь, я нисколько не обижу. Это не старого образца, что ли? Да. Собираем пулеметчика. У него нашли записку. Записка нестандартная, лежала в гильзе. В перевязочном пакете. Он непромокаемый. То есть специально боец его запаковал. На записке. Записка очень нестабильная. Не стали ее доставать, раскручивать. На записке видны надпись карандашом. Видна. Вот. Поэтому есть вероятность, что мы его отдадим экспертам. Есть вероятность, что мы его установим. Личность солдатика. Такой нарядный был солдат у него. И ножик перочинный. У него и опасная бритва. Бритва опасная. У него и карандаш. Вот. Кружка и прочее, прочее, прочее. Рядом вторая, но второго не нашли номера. Ага. А, уже все, уже фляжка. Да. Хозяина нашла. Ребятки, смотрите, что характерно. Бойцы были уже стреляны, пуговица обшита тканью. Да. А для чего? Чтобы не блестело. Да. И не гремело. Сами ошивали? Да. Нет, вот видишь, ткань. Это самое, фляжка лежала с тряпкой. Вот она полностью. Ну, она была в чехол. Чехол. Нет, с этой застежкой, да. Не, мы можем потом позвонить, где он вызвонится. А, где звонок? Вы слышите? Да, на другом конце. Вот, да, там. Где не пал, там не он своих не копает. Там хабара нет особо. А ножички это не его были? А? Где? Кто снимал ножики, по-моему, его один были. Его ножик. Маленький. Маленький ножичек.
Да, сейчас бы кресло режиссера не помешало. Да. Ну, тут не все его было. О. Тихо! Тихо, тихо, тихо. Пробейте, вот он разломан. Там шмурдяк какой-то внутри. Подарок тебе на день рождения. Там все, да? Что сюда сяло. Шмурдяк какой-то. Да. Трава какая-то. Да нет. Это нет, это ребра? Оплетка. Это ребра? Это от каски, блин, это сама. Нет, ты мне вон оттуда, да, выдал целую кусатку, это самое, с позвоночником выдал, с двумя верхней плечевой пояс ты меня зацепил. Я кости оттуда выбирал. А что, носить будет? Не-не-не. А зачем? Нету тут костей. Переворачивай просто и все. А это где, в каких архивах смотреть? Даже тканечка осталась. Шно. Ткань, красота. Конечно, говорю, даже осталась. Красота. Эта колодочка. Вот красота. А там в патроне там ничего, наверное, нигде не прочитаешь, да? Открытый был. Не знаю. Спальный какой-нибудь был, да, наверное. Сейчас кислородный. Что-то касается, но... Награда, медаль за боевые заслуги. И знак отличный. Стрелок, вот. Так что имя одного удастся установить. Может быть, даже сегодня. Как у него назывался значок, нагрудный знак? А, подожди, медаль за боевые заслуги, да? Номер. 17-00-12. Сейчас, подождите. Номер 17-00-12. Сколько? А он уже играет. Скоба. Скоба. А скоба такая использовалась в углу, блин. А. Что еще не дашь? Я не скобу так не могу. Скоба еще. Скоба это был у нас. Снизу его подковырни и все. Снизу. Ты сверху его освободил, снизу. Возьми лопату. Я чуть-чуть так раз. Подожди. Или ножом. Полнёхенький. Полный. С крышечкой все положено. И смотри, как он лежал. Он лежал вот так вот. Здесь, скорее всего, было... Здесь слышишь? Полка. Здесь, скажи, полка была в окопе вот так вот. Ниша называется. Ниша, а не полка. Ну, по-нашему полка. Сумку складывается вот там белую. Дядь Лёша. Чтобы подошел, взял и такой, не тебе себе. Сколько рюмок? Они в бумаге. Вот это бумага. Здесь целина. Слушай, что ты считаешь? Это не похоже на винтовку. Винтовка? Винтовка. Это, блин, массивная. Ну, посмотрите, вот винтовка, одно кольцо. Мушка. Вон, да, мушка. Вот первое кольцо на трехлинейку. А вот это вот, а эта лопата лежит. Слышишь, снизу? Видео снимет хорошо. А потом он будет видосик снимать, когда подъем будет. Давай, щеточку, нож. Нет, нож тебе нужен был. Можем это чистить. При помощи денег. Давай, давай, я почищу. Все? Да, да. Потихонечку. Потихонечку. Ага, хорошо. Очень хорошо. Пошатай, пошатай, пошатай. Там прикладем. Сейчас, нет, приклад чуть-чуть уже. Вот, хорошо, хорошо, хорошо.
Опа. О, красота, смотри. Целенькая, да? Давай щеточку. Сейчас я ее почищу. Погоди, погоди. Давай на стол. На это. Как классно. Тут снизу немножко. Мы когда в болоте нашли трехлинейку, землю ее штуком отмыли. От кабеля, да, идет сюда? Фотографию сделали. Да, это кабель. Ты чисти вот эту деревню, лопату будем поднимать. Ну что, Володь, сынок, набил? Я пробил. Что, лопату достали, не? Одну достали. Где? Лопаты на. Выдавали. Закрыть. Не, не до конца. Ну, это может когда упало было такое. Кольца целые. Если только в этом. Было проблема. А то, что здесь лежала скоба там под Питером. Скоба, вот целиком она здесь лежала. Целиком. Ну, дерево сгнило. Конечно, сгнило. Такое время. На то и дерево осталось. Мы из болота в этом, в Острогане подняли. А вот там что? Со штыком все, блядь. Я вчера искал, где второй ствол. Да. Я что, а я палочку. Мне так кажется, что они его примерно. Да. Вы три. Да. Мы уедем? Да. У нас от вас тайн нет. У нас от вас тайн нет. Масленка, ну что, пухли. Ого. Абсолютный набор. А пухли наши, нет? Немецкие. А пухли в перемесе. И немецкие, и наши. И, по-моему, стволы как бы не совсем наши. Только что не видишь? Это так вот. Это не вчера вот это, подвес. Да? Да. Подвес у нас такой же был. Но она там сохранилась с деревом. Сейчас вот там подвес она упала. Две ключицы, ну, я думаю, что да, скорее всего. Потому что это без головы. Ты имеешь в виду последнего? Как там еще и ноги были опорваны? Нет, там череп валялся. Кусок черепа, да. Руки и ноги. Ну, а где? Если это взять, примерно взять этот окоп, если прилет, а прилет там был, походу, пока.